Бзира Шумас, телехопшра. Ажибж Бзиала, Ихац Харкуит, Апсу телехопшра, пресс-центр Аусура. Еха Лацарамза, Вижижбарза, Хапсни, Ахац Вобстули, Архипшимра, Асханадзейт, Шамтула. Хажулар Курза, Хадзагду, Зму, Ахтас, Халат, Шажуит, Ехепи, Абрес конференция. Уж 2 минут Курза, Ишешу, Хайфираж, Хаку, Апсу телехопшра, Аканаладжа. Бзиала Шабит, Хашас, Хайт, Халегача, Ишедас Нехалат, Ехепи, Ахтасту, Хула, Хепшимра, Дача, Хинткарра, Кесханадзейт. Дорогие коллеги, рада сообщить вам, что мы возобновляем работу пресс-центра. Впредь каждый вторник на нашей площадке на все ваши вопросы будут отвечать министры, председатели комитетов, а также начальники госуправлений. На сегодня у нас была запланирована пресс-конференция с министром по курортам и туризму, но в связи с радостным событием мы вынуждены были ее перенести на следующую неделю. А сейчас самая актуальная тема сегодняшнего дня – это признание независимости Республики Абхазии и Южной Осетии Сирийской Арабской Республикой. Представлю вам наших гостей. Министр иностранных дел Республики Абхазия Даур Кова, а также его помощник Ираклий Тужба. Яхах тема хадаят халу шарашу зара квартак харцой, табсана дунага пиаускар министр Даур Акайба, яра убас, яра ицхырай, Ираклий Тужба. Бзила шабы. Бзила шабы. Яхепи хтулы хаважла режизы карзаску ахтыс шпашу дышкылы изипшу зашквала газара брехтыс яд халу. Табуб дара зараб хазапшас арстахуб, яхе аябхара яхабштас, арайхас туджачым, яхало зара зин сифту зара, яхе истахуб хауайв ларзиге, ирыды снеха ларз, яхет пей амш, яхет пей ахтыс икалас, шайдуру епши шифхаз епши, яхе шампыла, апсна хунткара, ахипшымра, схацара, асхарцейт, вы на ус, я шахозар ус, Баша Гехамладзейт из Банзар Абриахтас, я хотел бы сказать, что да, радзе и уэпшим, и радфена, хенткарот узбартуко, а усадруво. Назги яхе, харай, ахбей, турт, алсфекуа, и калас. Абриазахан, рабхадзе и табуб харасар, стахуб рызынпек, бриаус гасцос, и я хотел бы амш, и хамо, схацара, и хамо, убри, ахзахан, да, радзе, Хапсан разохан, а цагдуз мохтасу. Табу пидудзан, с коллегача Аздараква, Рахайсып. Анжела Кучбулепха. Даур Вадимович, скажите, что дает признание Сирии независимости Абхазии? Какие перспективы у нас в сотрудничестве с этим государством? Знаете, сегодня, как я уже говорил, сегодня мы установили дипломатические отношения с Сирийской Арабской Республикой. Этому процессу предшествовала очень долгая и кропотливая работа различных ведомств, различных людей. Это не результат одного дня. Этот процесс, он начался в далеком 2011 году, когда в Сирийской Арабской Республике разгорелась война. Еще в ту пору руководство Республики Абхазия, оно поддержало курс, который был у Сирийской Арабской Республики на борьбу с международным терроризмом. И в разные периоды мы поддерживали Сирию, и это выражалось и в том, что мы, в свою очередь, приняли на историческую родину порядка 500 человек из Сирии, которые по сей день проживают здесь и в различных других акциях. Если говорить о перспективах сегодняшнего события, именно признания Сирийской Арабской Республики, независимости Республики Абхазия, то это открывает большие горизонты и возможности для установления контактов со странами Ближнего Востока, что очень важно сегодня для нашей республики. Владимир, скажите, пожалуйста, вот можно ли считать вот это сегодняшнее признание вот такой реальной победой абхазской дипломатии? Знаете, и насколько она отличается от тех признаний, которые были ранее? Знаете, я, наверное, повторюсь, но я скажу, что это результат работы очень многих людей и различных ведомств. Конечно же, львиную долю этой работы, естественно, проводило внешнеполитическое ведомство, безусловно.
Вот. Но нельзя говорить о том, что это результат именно только работы МИДа. Здесь можно говорить о том, что это совокупность всех тех подходов, факторов и людей, которые принимали участие во всех этих процессах. Я могу вам сказать, что, и вы, наверное, знаете, не так давно у нас проходили и матчевые соревнования по вольной борьбе с командами Сирии. Это были и различные круглые столы, которые организовывались здесь. Это была и гуманитарная помощь, которая оказывалась Сирии. То есть все вот эти факторы, все в совокупности как раз нас и привело к тому, что вот мы сегодня являемся государством, которое признала Сирийская Арабская Республика. Кстати, вот в прошлом году была поездка вот ваша и министра экономики. Насколько я помню, там вы участвовали по приглашению Торгово-промышленной палаты, была приглашена на выставку. Вот тогда были какие-то еще вот предпосылки о том, что произойдет вот сегодня? Знаете, вообще я хочу сказать, что в своей работе Министерства иностранных дел мы ведь являемся проводниками той внешней политики, которую определяет президент как глава государства. И я хочу сказать, что нашему ведомству даны абсолютно четкие поручения в том плане, как и какую стратегию мы развиваем и вырабатываем. И сегодня вот то, что у нас есть, и то, к чему мы стремимся, это и вот то, о чем вы сейчас сказали, да, по линии торгово-промышленной палаты, это все часть вот той стратегии, часть того плана и того внешнеполитического курса, который сегодня определен главой государства. А если говорить непосредственно о той поездке, которая проходила по линии торгово-промышленной палаты, вот, да, здесь, конечно, очень большую роль в тот период сыграл Геннадий Леонидович Гагуля, когда он являлся президентом торгово-промышленной палаты. Они приложили довольно-таки серьезные усилия для того, чтобы Абхазия получила приглашение на эту выставку в Дамаске. И делегация, которая была сформирована, ее возглавлял я, как министр иностранных дел. И в рамках этой официальной поездки у нас происходили ряд очень серьезных встреч с министром иностранных дел Сирийской Арабской Республики, с председателем парламента, с премьер-министром Сирийской Арабской Республики, с другими официальными лицами. И это тоже стало таким очень важным импульсом к тому, чтобы Сирия увидела в Абхазии своего партнера, надежного партнера. А тут назревает вопрос, когда началось зарождение взаимоотношений между Сирией и Абхазией. В каком году? Можно ли считать определенный год точкой отсчета? Знаете, я бы, наверное, не привязывал бы взаимоотношения Абхазии и Сирии к какой-то конкретной дате, потому что вы прекрасно знаете, что сегодня в Сирии проживает многочисленная абхазская диаспора. Вот. И, наверное, вот все те контакты, все те условия, которые создавались, они как раз служили теми предпосылками, которые привели нас к сегодняшнему дню. Если говорить о последних годах, ну, наверное, мы можем взять некой такой условной точкой отсчета. Это 2011 год, когда в Сирийской Арабской Республике как раз начались вот эти вот события, когда Сирия была вынуждена бороться с международным терроризмом. И уже в ту пору Абхазия поддержала руководство Сирии, народ Сирии в их борьбе с терроризмом. И мы делали все для того, чтобы на всех площадках показать свою поддержку Сирии в этих вопросах. Спасибо. Коллеги, вопросы? Как будут развиваться отношения дальше? Какие процедуры? Мы будем развивать абсолютно полноформатные отношения с Сирией. Это будет выражаться в первую очередь в подписании межгосударственного договора о дружбе и сотрудничестве с Сирийской Арабской Республикой. Естественно, это будет визит президента Республики Абхазия Рауля Хаджинба в Сирийскую Арабскую Республику. Возможно, это будет визит президента Сирии Башара Асада в Республику Абхазия. То есть эти вопросы мы сейчас прорабатываем. В рамках подписания соглашения мы будем также готовить и в перспективе подписывать
межсоглашения, которые будут уже непосредственно определять отношения во всех сферах межгосударственных. А какие-то даты определены? Пока нет, пока все в работе. Визитов? Все в работе. Грузия, как всегда, успевает реагировать на все наши шаги, шаги не только наши, по отношению к нашей стране. Уже есть информация о том, что они начали процедуру разрыва дипотношений с Сирийской Арабской Республикой. Ну, что дальше? Да, что касается начала процедуры разрыва дипотношений Грузии с Сирией, ну, скажу так, Грузия – суверенное государство, и оно поступает так, как считает нужным. Но это в очередной раз показывает всему международному сообществу то, что Грузия прилагает просто недюжие усилия для того, чтобы изолировать Абхазию от международного сообщества. И именно разрыв дипломатических отношений с Сирийской Арабской Республикой является очередным свидетельством того, что они будут постоянно блокировать любые контакты Абхазии с внешним миром. Тем более, если эти контакты приобретают межгосударственную форму. Еще раз повторюсь, это внутреннее дело суверенного государства. Ну, слышав сегодняшнюю новость, очень многие стали говорить о том, что ну, Сирия, в принципе, сейчас страна, которая еле восстанавливается, отходит от войны, это признание, ну, возможно, оно не настолько серьезно и так далее. Но вообще, насколько это перспективно? И плюс к этому вопросу, кто еще на очереди? В каком направлении работает? Говоря о Сирии, в контексте того, что Сирия ослабла из-за того, что она ведет с 2011 года вот эту борьбу с террористами, я бы не стал. Сирия очень серьезный игрок в регионе. Сирия обладает очень серьезным потенциалом, как экономическим, так и политическим в первую очередь. Поэтому тот факт, что сегодня у нас в списке стран-партнеров добавилась такая страна, как Сирия, я считаю, я уверен, что это имеет большое значение для нашей республики. И я вот вначале говорил о том, что это дает нам возможность продолжать выстраивать отношения со странами Ближнего Востока. Может быть, Ираклий, вы добавите? Вот вообще, ну, к тому, вот, что говорила Низфа в дополнение, ну, не секрет, что в Сирии сегодня очень сложная внутренняя политическая обстановка, и Сирия практически стоит, ну, не сказать так, всему миру, но большую часть тоже. Вообще это осложняет наши с ними отношения? Сегодня, после того, как было озвучено это решение, уже несколько, скажем так, журналистов обращались к нам именно с таким вот вопросом, как сегодняшнее признание и установление дипотношений с Сирией отразится на позициях Республики Абхазия, на международной арене и так далее. Ну, должен вам сказать, что мы и так находимся под очень серьезным давлением со стороны международного сообщества. Речь прежде всего идет, конечно, скажем так, западной коалиции во главе с США. Они нас не признают в качестве субъектов международного права. Поэтому я сильно сомневаюсь, что наши позиции в этом плане как-то ухудшатся. Да? Мы работаем в своем направлении, мы выстраиваем отношения с теми странами, которые готовы это делать на равноправной основе. На данном этапе такой страной оказалась Сирия, и мы этому очень рады. Думаю, что данное признание открывает для нас достаточно серьезные перспективы в регионе Ближнего Востока. Хочу напомнить, что Сирия – это достаточно крупная страна с большим населением, с большим экономическим потенциалом. Понятно, что сегодня там идет война, но тем не менее эта война когда-то закончится, она идет как бы к своему логическому завершению, и Сирия начнет поэтапно выстраивать мирную жизнь. Я думаю, что у нас появятся очень серьезные возможности и перспективы не только в политическом плане, но и в экономическом, финансовом плане развивать свои
двусторонние отношения. Так что я и мы все вместе очень позитивно оцениваем перспективы сотрудничества в этом направлении. Ну, то есть граждане Абхазии в ближайшем, скором будущем могут очень спокойно, пользуясь своим абхазским национальным паспортом, посещать Сирию? Конечно. Замечательно. Конечно. Вы связывались, у нас же там, вы уже говорили о том, что у нас, конечно, у нас диаспора там, да. С диаспорой. Как там восприняли вообще эту весть? Скажу так, нет, что вообще для, диаспора к этому пришли? Вы знаете как, для всех это было сенсационным таким известием. Люди звонят, пишут сообщения, поздравляют. Конечно же, это очень имело такой положительный эффект. А в первую очередь для тех людей, которые там находятся, я могу даже сказать, что период, когда мы были в Дамаске с официальным визитом, мы встречались с рядом представителей нашей диаспоры. И в тот период они нам организовали такой небольшой импровизированный концерт. Вот просто если задуматься, люди, которые живут далеко, да, вот от Абхазии, но вот эти вот гены и вот эта память генетическая, они с таким удовольствием танцевали абхазские, кавказские танцы, ну, это просто надо было прочувствовать и увидеть. Естественно, вот то событие, которое сегодня произошло, признание Абхазии со стороны Сирии, для них это очень важно. Для них это очень, поверьте, важно. Скажите, пожалуйста, Даур Вадимович, а как давно вырисовывалась вот такого рода картина, картина признания? Знаете, у нас постоянно что-то вырисовывается, мы постоянно над чем-то работаем, но надо учитывать, что в мире зачастую что-то меняется. Вот. Но могу сказать, что ни на один день мы не останавливали работы, мы ее продолжаем. И сегодняшний день — это вот как раз-таки результат этой большой, долгой, упорной работы многих людей. Вот. Ну, если говорить о том, как долго мы живем с этой мыслью, зная о том, что Сирия нас признает, ну, были все предпосылки к этому, работали над этим, и, слава Богу, оно все свершилось. Спасибо. Коллеги? Тяжело было скрывать? Да. Ну, да. Просочилось. Ну, хорошо, чуть-чуть еще раскройте скобки. А чего нам ждать? Есть еще какая-нибудь сенсационная новость? У нас и сейчас все хорошо. Будет еще лучше. Скажи, пожалуйста, а президент находится в Москве? Да. У президента Республики Абхазия была запланированная поездка, где у него проходят сегодня ряд рабочих встреч. Вот, поэтому сегодня мы имели возможность видеть, как президент направил нам свое видеообращение. Конечно же, Рауль Джумкович приложил огромные усилия для того, чтобы и сегодняшний день, сегодняшнее событие состоялось. В первую очередь, это благодаря его видению во внешней политике, благодаря его курсу, который он сегодня, те задачи, которые он перед нами поставил, и мы их просто притворяем в жизнь планомерно. Вот. И вы знаете, что не так давно и Башар Асад направлял поздравительные письма в адрес президента нашей республики, соответственно, и Рауль Джумкович направлял письма. Но это то, что мы, о чем мы можем говорить, да, и показывать об этих вот письмах поздравительных. Но работа ведется очень серьезная. И результат мы сегодня видим. Я вам хочу сказать, что ну, это не единственное то, что мы вот с вами будем видеть в перспективе. Да. Но все-таки вот не умаляя того, что было 10 лет назад, я вот, да. У меня вопрос был об этом. Насколько мы научились вот все-таки вот за это время, вот на сегодняшний день, если говорить, работать сами в этом направлении, самостоятельно принимать какие-то решения? Вы знаете, чего-то добиваться? Я вам скажу, мы работаем, если бы мы не работали бы самостоятельно, ничего этого бы не было. Если бы не было наших инициатив, нашего желания, нашего стремления, поверьте, за нас никто ничего не будет делать. А если мы сегодня говорим о той помощи, которую нам оказывают, нас поддерживают,
Я говорю об этом открыто, и я очень благодарен сегодня моим коллегам с МИДа России, которые поддерживают нас во всем. Вот. И даже тот визит, который был осуществлен в Сирийскую Арабскую Республику, была очень серьезная поддержка со стороны посольства Российской Федерации в Сирии, которые оказали просто всемерную помощь и в организационных вопросах, и во всех других вопросах. Поэтому если мы говорим, будем говорить более шире, да, о внешней повестке, да, сегодня, то я могу вам сказать, что Министерство иностранных дел Российской Федерации, оно всячески оказывает нам содействие во всех тех инициативах, которые мы предлагаем, инициируем и делаем. Но еще раз хочу вам сказать, что за нас никто делать ничего не будет. Самое главное то, что у нас есть наш курс, который определен президентом, и мы двигаемся строго по этому курсу. И сегодня мы имеем возможность видеть результат этой работы. Спасибо. Ну, коллеги, есть вопросы? Да, можно еще один вопрос? Уже забегая немножко вперед, да. У нас грядет еще десятилетие признания независимости в августе. У нас же есть какие-то запланированные мероприятия? Конечно. Уже нынешнее признание как-то повлияет уже на то, как будет проходить? Это повлияет на то, что туда приедет... И как вы вообще готовитесь к этому мероприятию? Вы знаете, но в рамках деятельности МИДа мы планируем проведение международной конференции, которая будет приурочена к десятилетию со дня признания независимости Республики Абхазия Российской Федерации. Мы планируем пригласить большое количество международных экспертов. Мы эту конференцию проводим совместно с Министерством иностранных дел Российской Федерации. Поэтому я думаю, что эта конференция даст ответы на очень многие вопросы. На ней мы расскажем о той деятельности, о том этапе десятилетнем, которое прошла наша страна. Подведем определенные итоги и поговорим о тех перспективах, которые ожидают нашу страну. Спасибо. Коллеги, вопросы? В конце, пожалуйста, перечислите страны, признавшие с 2008 года независимость Абхазии. Я спрашиваю, потому что в интернете ряд российских СМИ все время ссылаются на то, что Тувалу и Вануату отозвали свои признания. Вопрос, который не дает покоя многим, особенно читателям таких ресурсов, как интернет-ресурсы. Да. Ну, я вам скажу так, в отношении Вануату и Тувалу. Вануату и Тувалу, они признали нашу независимость. Вот. А те досужие разговоры о том, что Вануату и Тувалу отозвали признание, они не соответствуют действительности, потому как никаких официальных обращений, официальных нот в адрес Абхазии, где говорилось бы о отзыве независимости, не существует в природе. Более того, могу вам сказать, что вы знаете, не так давно мы были с официальным визитом делегации Абхазии. Мы были в Науру, где присутствовали на празднике, посвященном 50-летию со дня независимости этого государства. И на этом мероприятии присутствовали премьер-министр Вануату, был премьер-министр Тувалу. Соответственно, со всеми ними у нас был диалог. Вот, и мы говорили о будущих перспективах развития наших взаимоотношений. Вот, естественно, мы пригласили их на наши праздничные мероприятия, которые посвящены как десятилетию, так и 25-летию. А у нас в этом году две юбилейные даты, поэтому мы надеемся, что мы увидим высоких гостей в сентябре месяце на 25-летнюю дату со дня Победы. Спасибо вам большое. Коллеги, если вопросов нет, на этом мы завершаем нашу пресс-конференцию. Поздравляю нас всех с таким значимым событием. Спасибо. Спасибо вам большое. Спасибо. Хотелось общества обряла, я хотела пресс-конференция Хыркшу, я его хайкшу рганза, обзираз.